Жили-были два друга. Ам-ням. Привет, привет! И тяп-ляп. Здравствуйте, ребята. Они обожали гулять вместе. В жару, когда светило солнце. Ох, мне жарко. Когда дул сильный ветер. Тяп-ляп, помоги! Меня уносит ветер! И даже когда шел проливной дождь, как сегодня. Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп! Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп! Тяп-ляпыч, не томи! Тяп-ляпыч, выходи! Ты чего так громко кричишь? Я же сплю. Ты что? Как можно спать, когда идет дождь? А что нужно делать? Нужно бегать, прыгать по лужам и кричать тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Но мне мама не разрешает гулять в дождь без резиновых сапожек и плащика. Так надевай их и пошли. Мамы дома нет, а я не знаю, где они лежат. Так, подожди секундочку. Мы сейчас наколдуем их. Где тут мое заклинание? А, вот оно. Абракадабра, тихти-прихти. Ничего не произошло. Странно. А ты попробуй еще раз. Абракадабра, тихти-прихти! Ам-ням, это совсем не похоже на резиновые сапожки и плащик. Так, не боевуем, сейчас попробуем еще раз. Абракадабра, тихти-прихти! Ой, что-то твоя магия совсем не работает. Ну и ладно, пошли гулять так. Твоя мама не дома, она все равно ничего не узнает. Ну ладно, пошли. Тяп-т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 яп. Ам-ням, это и правда весело. Но веселье длилось недолго. Уже к вечеру у друзей поднялась температура. Вообще, зря я тебя послушал. Надо было сидеть дома, как мама говорила. Ну ладно тебе, весело же поиграли. Ой, правда, болеть совсем не весело.